Продолжение темы благоустройства общественных территорий. Внимание ахтубинцев и руководства области сегодня приковано к Центральному городскому парку. Напомним, в прошлом году Ахтубинск выиграл грант на благоустройство общественной территории возле Дома офицеров. Однако к выполнению работ в этом направлении еще не приступили. Сроки прошли, а документы поданы не были. Теперь реализация проекта находится под угрозой. Для того, чтобы активизировать работу, в Ахтубинск сегодня приехали представители областного правительства. Представители города не смогли мне четко доложить, что же все-таки с этим проектом происходит, почему реперные точки пройдены, а результатов никаких нет. Коллеги, я просто вот хочу сказать, что 1 апреля – это та крайняя точка, когда мы должны законтрактоваться. Это поручение вице-премьера Хуснуллина. Все контракты по текущему году должны быть заключены до 1 апреля. Если этого не случится, то область дисквалифицирует. Прежде чем просить на что-то деньги, у нас есть константа 80 миллионов, к которым мы должны исходить. У нас есть на первый этап. Есть второй этап. Вот вы реализуете первый этап, вы можете на второй этап, с учетом того, что концептуально не добрали, заявиться опять на конкурс. И мы вас поддержим, чтобы парк окончательно в полной своей концепции был реализован. Но сегодня грант у нас, еще раз говорю, 80 миллионов. И вы сейчас говорите, дайте деньги. Так вы дайте мне проект на 80 миллионов, потом просите больше. Сделайте хотя бы программу минимум, которая есть сегодня.